Коммунальные беды мегаполиса в рассказах его жителей. Здравствуйте, в эфире «Дежурный по городу». Проспект Кирова, 166. По словам жильцов, оба лифта в первом подъезде регулярно выходят из строя, доставляя тем самым людям серьезные неудобства. Я жительница дома 12-этажного по Кирова, 166. У нас проблема с лифтом. Я мама двух детей. Это доставляет большие неудобства. Заходя в лифт, двери могут закрыться, свет потухнуть, и больше двери не открываются, пока нас не вызволят снаружи. Бывает, что заходишь, лифт едет, останавливается посередине этажей, и точно так же с двумя детьми, и я стою, жду лифтеров. Вот. Ночью двери лифта просто щелкают, друг от друга бьются, не закрываются, не открываются. Дети все просыпаются в доме от этого. Это тоже доставляет дискомфорт. Вот. Бывает, что приходишь с детьми с прогулки, с коляской, лифт не работает. Ситуация: мама с двумя детьми с коляской идет наверх пешком на 10 этаж. Вот. Обращались в лифтовую компанию. Мой муж звонит каждый день туда. Ему обещают, что лифт починят. Это на протяжении 5-6 лет. Лифт приходит, просто открывают двери, людей выпускают, и лифтеры уезжают. Вот это лифт. Поднимается на 9 этаж. Кто-то там или кнопку не заел, или там чего. Они всю ночь, вот это шок-шок-шок-шок-шок-шок всю ночь. Это детям-то, вот они, она же правильно рассказала, детям спать не дает. Да, сейчас застревает. Вот 2-3 раза в день. Каждый так раз что? Приезжают и вызывают лифтеров. К нам то и дело приезжает машина от лифтеров. Да. Постоянно застревают. Или лифт просто не работает. У нас на протяжении уже, наверное, 4 лет на Новый год лифт вообще не работает. Мы 15 дней поднимаемся пешком. Да, лифтеры говорят: почини. Мой муж говорит: когда вы почините? Он говорит: мы приедем, починим. Все, на этом разговор заканчивается. Инвалиды живут, вот с палочками ходят, да, застревают. В прошлый раз вот я поехала на 10 этаж и застряла здесь. Света нет, я застряла, и я не знаю, что делать. Я начала на все кнопки вот так вот нажимать, и он чисто случайно просто открылся на каком-то этаже. И я с 7 или с 8 этажа спускалась уже сюда пешком. Я уже никуда не пошла, меня трясло все. Вот так вот. Конечно, работать надо. Работать надо, чтобы чинились, чтобы смотрели. Никому ничего не нужно. Никому. Сидят на креслах на этих, звонишь, приедем, сделаем. Денег нет, отвечают. Вот так. Будет возможность, будем чинить. Проблема в обоих лифтах. Оба лифта неисправны. Один лифт не останавливается на многих этажах, и второй точно так же не останавливается на других этажах. Вот. То есть на оба лифта не функциональны. В них страшно заходить взрослому человеку, а тем более с детьми с колясками. Просьба помочь, починить, заменить, принять какие-то меры, потому что так жить невозможно. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся.